Вы смотрите канал «Улица Москвы», мы в районе Солнцева, вблизи железнодорожной станции «Солнечная». Ну и сейчас немножко приблизились к железнодорожной станции. Если были в предыдущем выпуске в Боровском проезде, сейчас прогуляемся по улице Наро-Фоминская, которая выглядит как совсем небольшая улочка на местности. Ну и названа она в 84 году с вхождением города Солнцева в состав Москвы. Ранее именовалась улицей Дружбы в составе города Солнцева. Ну, соответственно, Наро-Фоминск, я думаю, многим известен город. Находится на юго-западе Подмосковья, и как раз с него можно попасть на электричке от станции Солнечная, доехать до станции Наро. Здесь даже вот тротуарчик я не вижу, может быть, его занесло. Ну, в целом, улица похожа на такую больше даже поселковую улочку в каком-нибудь рабочем поселке. Ну и видите, четырехэтажные дома здесь. В основном застройка представлена. Ну там вот за попутной улицей есть и дома повыше. Что-то, да, говорит о том, что Солнцево, хоть и уже в достаточно отдаленном прошлом, но являлось Подмосковьем. Таксишку куда хочется поворачивать. Ну, как занесло машину. Ну и передвигаться, соответственно, в таких заносах тоже менее удобно. Что у нас? Ну, можно свернуть сюда во дворик, пройтись к самой станции, туда там будет еще проектируемый проезд, как там что-то на 50 у него номер. Идет параллельно, получается, ближе к железной дороге. Такие довольно компактные дворики здесь. Ну, территории Москвы, они все-таки, ну, я имею в виду, внутри МКАД на ее части. Обычно дворики пошире. Ну, тут уютненько. Так, ну вот мы направляемся к железной дороге. Прогулялись по окрестностям станции Солнечная.
И теперь посмотрим на саму станцию. Сейчас пойдем. Там построили новый надземный пешеходный переход, и вместе с ней, с ним поставили турникеты. Ну, взглянем сюда еще на проектируемый проезд, который выглядит крупнее, чем улица Нарофоминская, но название полноценного не имеет пока что, может быть. Возможно, когда-нибудь оно и появится.